Всем огромный привет! Мы сегодня съездили наконец-то в Ашан за покупочками, и сейчас мы с вами их посмотрим. Я начну с заморозки, чтобы сразу ее убрать в морозильник. Итак, мы взяли от фирмы «Каждый день» гавайскую смесь и мексиканскую. Мы уже такие брали, и иногда это очень удобно готовить. Так. Дальше я взял замороженную чернику от «Каждый день» и замороженная ежевика от какой-то фирмы «Настроение». Так, мы решили попробовать филе индейки от «Каждый день» взяли. Сейчас приготовим. Также, как обычно, я всегда беру коктейль из морепродуктов «Каждый день». И вот такой вот кальмар в майонезе. Один раз мы брали, но как-то мы его не распробовали. И заодно я сделал на него обзор еще. Так, мой любимый провансаль, московский майонез. Такая сметана вкуснотеева. Яйца куриные от «Каждый день» первой категории. И мы взяли еще вот таких яиц. Сметанина, что ли, называются они? Сметанина, да. Вот. Из соков мы взяли «Каждый день», как обычно, несколько видов. И еще вот такой вот яблочный, любимый. И «Сады Придонья» яблоко-морковь. Такое вот леонозовское молоко было сейчас то ли по акции, то ли по скидке, там 50 с чем-то рублей. Цены будут в конце, как обычно. Так, из консерв мы взяли очень много всяких оливок. Вы видите, они стоят. Мы любим с лимоном. Вот «Каждый день». И больше всего нам нравится с анчоусом. Также взяли вот такие с семгой. Мы как-то один раз брали, но они не очень сильно понравились. И мы решили попробовать еще раз повторить. И заодно, возможно, будет обзор как раз. И посмотрим, насколько они хорошие. На работу вот такое молоко «Каждый день» в маленьких пакетиках. Грядка удачи, зеленый горошек. Аджига по-грузински, мои любимые. Также грядка удачи, кабачковая икра и баклажановая. Мой любимый кетчуп Хайнц, большая упаковка. И 2 килограмма сокольнической муки хлебопекарной. Так, из овощей у нас очень мало в этот раз получилось. Мы взяли таких помидорок черри, были по акции. Сливовидных томатов. Здесь вот на 100 рублей практически. Немного свежих огурчиков. Пару свекол. Зелень. И лук в сетке в 4 штуки. Также у меня закончился черный перец молотый. Я взял пакетик. Гречка и рис в пакетах Дон Густо мы взяли. Мне кто-то написал, что там какой-то брак попался, но надо было поменять его в магазине. Далее у нас к чаю, ну, такой нарезочки ветчинки взяли под ложечку. Такое вот печенье юбилейное, очень хорошее. Мы часто берем либо со злаками, либо мед с орехами. Единственное, оно редко бывает дешевое, но дорогое везде. В 7-м континенте около 100 рублей, по-моему. Так. Сахар кусковой, это на работу. Такой чай принцесса Нури в пакетах. Овсяное печенье. Не знаю, такой не пробовал, такой еще ни разу. Такой небольшой кусочек рижского хлебушка. Булочки, которые там на развес продаются. И также меня просили сделать обзор на халву от «Каждый день» и вафли ореховые. Я все помню и постепенно буду делать на все обзоры. Не волнуйтесь. Так, ну теперь у нас бытовая химия. Я взял 2 таких фейри. Классический лимон и нежные ручки. Так, такой вот аэрозольчик. Ландыш. Освежитель воздуха в туалет. Как обычно, я беру дешевые бумажные полотенца. Они уже не такие дешевые стали. Еще я подкупил семена шпината
двух видов, крепыш и какой-то исполинский. Посмотрим, хорошие, нехорошие. Мои любимые мешки с завязками. У меня фокусировка как-то сбивается. Это на работу набор магнитов там нужно. Так. Такие пакеты для завтраков. Я наконец нашел одноразовые перчатки для чего угодно. Я хочу использовать их в готовке. Взял два пакета. И еще я взял, ну, как это раньше называлось, крот. Средство для прочистки труб, короче говоря, вот каждый день. Попробуем, как оно, нормально или ненормально. Ну и в заключение цены. Так. Ну, пакеты, это понятно. Стеклоочиститель я оставил в машине, летний, 46 рублей, 4 литра. Возможно, тоже потом сделаю какой-нибудь обзор. Значит, рис Дон Густо 38 рублей, гречка 46 рублей, молоко 50 рублей, томатный сок, это каждый день, 35 рублей, сахар 31, нектар морковный 55, нектар яблочный 51, сметана 56, майонез провансаль ведро 111, икра кабачковая 64, икра балкалажанная 62, оливки по 55-53, так, нектар мультифрукт 65, виноград 69, оливки с анчоусом опять сюда попались. Так, петрушка, укроп 11-18 рублей, кетчуп Хайнс 142, так, опять оливки пошли, горошек грядка удачи 28, булочка, это вот на развес, по 2,50 они. Вафли каждый день 20 рублей, перец черный молотый в этот пакетик очень дорого, 48 рублей, крутая фирма, дорогая. Печенье овсяное 40 рублей, печенье с фундуком 70 рублей, а вот я видел по 100 рублей или по 90. Халва подсолнечный каждый день 20 рублей, чай черный 43, хлеб рижский 27, так, кайзерка это и другая булочка, лук золотистый, это лук, 4 штуки 29, карбонат на нарезку на 63 рубля, молоко это маленькие 2 пакетика по 14 рублей каждый день, аджига по-грузински 73, свекла на 11 рублей, огурцы на 51, томаты сливовидные 96, черри 69 стоили упаковка, мука сокольническая 69, бумажное полотенце уже, ну вот, практически 14 рублей, а я помню, по 6 рублей я начинал их покупать несколько лет назад, как они подорожали. Освежитель 74, пакет для завтраков 19, жидкость Ферри 56, мешки с завязками 44, перчатки 26 рублей упаковка, шпинат такой-такой, семена, магниты 43. Так, Silver Oxide 377, это батарейка для часов, она не участвовала в обзоре, где-то валяется в сумке. Филе индейки каждый день на 179 рублей, кальмар в майонезе 45, коктейль из морепродуктов 86, черника каждый день замороженная 123, средство для прочистки труб 24 рубля, яйцо первой категории 67, другое каждый день 54, первая категория. Мексиканская смесь 42, гавайская 39, ежевика 66 рублей заморожена. Итого на 3548 рублей получилось наши покупки. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои обзоры. И пока, до новых встреч.